Так, здравствуйте. У меня, короче, на Wildberries 8 неоплаченных товаров. И сумма всех товаров получается 6140 рублей. А почему-то там меня вот просят заплатить 8728. Откуда на 2588 рублей за воздух буду платить? Что за хуйня Wildberries? А, 2588. Нахрена мне, блядь, лишние деньги нахуй. 2500 платить. Когда в то время вот сумма этих равняется к этому. Откуда нахуй Wildberries? Я ничего лишнего не заказывал нахуй. Все неоплаченные 8 товаров. Стоимость. В сумме. А меня вот просят заплатить это. Нахуя? Нахуя мне переплачивать, блядь, за свой заказ, нахуй? 2500. Вот такая хренотень.